прошу, в продолжение боя готовится представитель Свердловской области Виноградов Александр. Он 1999 года рождения, представляет спортивное общество «Динамо», имеет второй разряд. На ринге провел 32 боя, 26 из них победил. Является победителем первенства Свердловской области в 2012 году. Тренируется под руководством Бориса Митяева. К данным соревнованиям подготовил Митяев. Готовится к продолжению боя представитель Тюменской области Ленинеев Алексей. Он 1999 года рождения, имеет второй разряд. На ринге провел 36 боев, всего победил. Является победителем первенства Тюменской области 2017 года. Тренируется под руководством Леонида Абрамова, которого в этом бою и секундирует. Напоминаем зрителям, что у Леонида Абрамова сегодня день рождения.
43-й пару боксеров обслуживает судейская бригада в следующем составе. Литий Хаким Хамечу, боковые Батава, Латыпов, Бычков, Кокорин, Болдин. К выходу в ринг приготовится 42-й паре боксеров. 43-й паре боксеров. Паскаль Мидл и Наум Гургельханов Рамазанского. А в этом бою победил Виноградов Александр Свердловский.